Железнодорожный переезд в Комарово закроют до Нового года. Причем РЖД считает, чем раньше, тем лучше. Точная дата закрытия переезда пока неизвестна. Ее объявят сразу после окончания строительства развязки в Репино и ремонта привокзальной улицы. Железнодорожники ссылаются на указ президента, который велит убрать все лишние препятствия с пути следования скоростных поездов. У нас по условиям эксплуатации железнодорожных переездов, подписанные Министерством транспорта Российской Федерации от 2015 года, номер 237, переезды, располагающиеся вблизи 5 километров от действующих путепроводов, подлежат закрытию. Мы проводим обширное мероприятие в части с администрациями районов по выявлению доступности транспорта к данным населенным пунктам. И я думаю, что в этом году мы постараемся его закрыть. Жители поселка до последнего надеялись, что переправа все-таки останется на своем месте. Призрачную надежду поддерживали местные власти. Мол, сделаем все возможное, чтобы отстоять дорогу. У муниципалитета очень понятная позиция. Мы против закрытия железнодорожного переезда. О чем, собственно, и пишем письма в исполнительные органы государственной власти. Мы здесь в любом случае в диалоге с железной дорогой. И в любом случае то решение, которое район будет принимать, оно будет нацелено только лишь, первое на безопасность, второе на удобство всем. Много людей волнуется по этому поводу. Если переезд закроют, действительно мы окажемся в неком таком транспортном коллапсе, потому что у нас не останется альтернативного въезда и выезда. Дорога из Комарова до ближайшего города Зеленогорска теперь удлинится в 2 раза. Это серьезная проблема и главный аргумент жителей в борьбе за переезд. Ближайший отсюда железнодорожный переезд находится справа от меня, в 4,5 километрах, в районе поселка Репино. Однако скорая помощь и пожарные едут вот оттуда, со стороны Зеленогорска. И вместо того, чтобы проехать здесь, им придется сделать большой крюк, прежде чем они смогут оказать кому-то необходимую помощь. Даже если привокзальная улица будет реконструирована, расстояние до Зеленогорска для жителей поселка Комарова не уменьшится. Оно останется ровно таким же. И скорость движения, как мы понимаем, в населенном пункте, она как была 60 км в час, так она и останется 60 км в час. А мы окажемся в 18 километрах от станции скорой помощи. Представители РЖД считают, рассуждать здесь не о чем. Все документы давно подписаны, планы утверждены, новая транспортная схема соответствует нормативам. Сюрпризы могут быть связаны только с задержкой ремонта привокзальной улицы. И это тот редкий случай, когда ямы на дорогах многие захотят сохранить.